Ассаламу алейкум варахматуллах сулейман и карим двое против блог русского мусульманина Кирилл Джабрил ассаламу алейкум ва ваалику масаллям ва я не мог Пошло. начать иначе я не мог начать иначе айн, да. Да? Айн. тяжело давалось <laughs> ну знаешь со временем ко всему привыкаешь как бы знаешь как говорил Брюс Ли я не боюсь такого человека который знает тысячу приемов Который ага. он... А я знаю... Ой, я боюсь такого человека, который знает один удар, который он повторял тысячу раз. Поэтому mm -hmm. это то же самое. У тебя все получится, Лима, начал. Ему да. сейчас тяжело будет наоборот сказать. Да. Сидни. Тебе иншал. уже легко дается, Для зрителей, ну, я уверен, что многие из вас знают его. Мусульманин, неофит. Ну, я уже шесть лет в исламе. Ну, да. Раньше был в православии, практикующий. Да, я был практикующим православным христианином. То есть я регулярно посещал церковь исповедовался, прочищался, даже пару раз э, паломничал в Иерусалим. Как э, сказал Достоевский, Федор Михайлович, ты, говорит, являешься говорит, русским настолько, насколько <laughs> ты являешься православным. Я знал, что ты это скажешь. Да? <laughs> являешься ли ты на сегодняшний день, то есть считаешь ли ты себя русским? А, я считаю себя русским, да. Согласен ты с Достоевским? Я, а, я? я категорически не согласен с Федором Михайловичем Достоевским. Объясню почему. Потому что я считаю, это мое убеждение, ну и мне кажется, у любого человека, который хоть как-то пытается критически мыслить, анализировать информацию, он э, должен понимать, что национальность, она не определяет твои убеждения. Если мы посмотрим на э, русский народ, то вот, по крайней мере, я, когда пришел в ислам, я очень часто сталкивался с критикой в свою сторону, со стороны своих соотечественников. Э, мне говорили там, ты являешься предателем, условно говоря. Но если так посмотреть на историю русского народа, когда-то русские были язычниками, а потом они стали христианами, да, во времена Советского Союза а, они стали атеистами, ну не все, я так утрирую. Вот, а теперь свобода вероисповедания и так далее. То есть и кто куда? Ты видишь и буддиста. И, кстати, если русский начинает медитировать, и к нему никто, никаких претензий нету, но если он начинает совершать намаз, уже как-то люди вот настораживаются. Но не суть. Я хочу сказать то, что убеждение — это убеждение, а национальность — это национальность. То есть Нуж нужно различать. Да, это, да это, это нужно различать просто. Это то же это, самое, то есть... что сегодня скажут, мусульмане: кавказец должен быть мусульманином Или все мусульмане — кавказцы. Да? Типа да. по умолчанию, да? Да, да. Махачкале церковь есть. Угу. И этот, ну, русские в основном, которые ближе к морю живут, они посещают церковь и одну вот так взрослую женщину я подвозил, она рассказывает, к нам говорит в церковь приходят говорит, и мусульмане тоже, я говорю, и что они там делают, ну, молятся, говорит, они там Христа приняли, я говорю, то есть они стали христианами, да, говорит, ну вот мусульмане, я говорю, наверное, эти нацмены, говорю, дагестанцы, там какие-то национальности, аварцы, mm -hmm. лезгины, но э, уже христиане, да? Нет, 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 мусульмане, говорит там. Mm -hmm. то есть, даже она вроде бы православная, которая вот постоянно в церковь церковь посещает, у нее тоже в голове вот такое понимание, что если ты э, кавказец, азиат, араб, ты, да, ты обязательно должен быть мусульманином, mm -hmm. даже если ты в церковь ходишь. Я, кстати, себя на этой мысли поймал, знаешь, когда, mm -hmm. когда смотрел диспут Ахмад Дидат э, с этим с палестинским, они а с Шуруш, да, с Шурушем, когда он начал на арабском разговаривать, я так думаю ты же вроде мусульманин, да, 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 А потом ловлю себя, так ты больше должен, как сказать, ты более правильный христианин, чем, допустим, англичане, потому что от вас пришел этот христианство пошло в мир. Ну да, по сути дела так. Даже народ. Тот язык, на котором ты говоришь, он ближе к христианству, к как бы основному первоначальному христианству, чем английский, французский, там старорусский или какой-то еще. я просто считаю, что, ну действительно так, например, если русский, ты русский, то ты можешь быть атеистом, можешь быть христианином, можешь быть мусульманином, может, быть агностик. То есть это твои убеждения, это вообще национальность никак не влияет, и это должны все понять. Если вы не мусульманин, то просто поймите это. Вот если мы утверждаем, что ислам это не просто поклонение, религия, это образ жизни, угу. образ жизни, да, это значит и быт твой, и, и работа твоя будет, как сказать, отталкиваться от религиозных требований, mm -hmm. значит, у тебя многое в жизни будет меняться. Mm -hmm. Как раз-таки мы и говорим о противостоянии культур, то здесь у тебя культура будет меняться. Допустим, культура поведения за столом, mm -hmm. она разная. У арабов, откуда к нам пришел ислам, mm -hmm. они могут спокойно сесть на полу и кушать там без ложек, без вилок. Ты когда был еще христианином, у тебя вот такие вопросы возникали? что вот если я приму ислам, то мне нужно будет и это тоже поменять. А, да, может быть, я уже не помню, честно говоря, но я помню, что у меня были такие мысли, то есть до принятия ислама важно понимать, что я также очень много сталкивался с негативной информацией об исламе, я даже порой где-то спорил с мусульманами, то есть старался их опровергнуть и так далее. Поэтому, естественно, я весь негатив и через себя пропустил свое время. Вот, но как в итоге, вот я мусульманин, здесь сижу, сейчас с вами разговариваю. Но по поводу культуры, по поводу культуры, да, мы должны еще уяснить такой момент, что у нас священное писание, то есть священный Коран, он не способен на арабском языке. И я, насколько знаю, что это не только претензия русских, которые принимают ислам, но это также претензия и кавказцев, и я каких только, от кого-то только претензию то не слышу, даже от казахов, вроде бы. То есть все говорят, арабы нам навязали, но это не религиозные этносы, говорят. Ну, в смысле, нерелигиозные люди, принадлежащие тем или иным этносам. Но, что касается, честно говоря, важно понимать, что просто ислам это в первую очередь система убеждений и образ жизни, как правильно сказал Сулейман. Но есть вещи в исламе они рекомендуемые, они желаемые. Но, допустим, кушать. Допустим, без столовых приборов, да, то есть, условно говоря, это и есть такое, да, то есть, это э, нормы, так скажем, того общества, в котором жил Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Если ты сегодня это делаешь, так скажем, подражая пророку Мухаммаду, миром благословению, ты за это можешь получить награду. Но ислам базируется не на этом. Ислам это не плов. Uh... Это, руками, да? Это, да, это не плов. Это не то, что ты просто сидишь вот: все, теперь я мусульманин, тюбетейку на голову, плов. Убираю, убираю плов. борщ, убираю да. галушки, давайте да. мне плов. Да. Между прочим, вчера я ходил с супругой э, в кафе. Ну, мы сейчас находимся в Стамбуле. Куда? Что может заказать русский в Стамбуле? Пельмени, конечно же. То есть они здесь называют их Узбек Манты. Вроде манты. Бы, так манты, да. Угу. То есть это пельмени. Я люблю пельмени. То есть это мне не, э, то есть исланд... Это пельмени щепотка мяса, да? Да, да, действительно так такую маленькую щепотка мяса. Действительно, так есть. Я хочу сказать, что я русский, также и остался русский, но. Да, какие-то мои культурные особенности, то есть они остались, а те, которые противоречат уже исламу, например, масленица, да, условно говоря, то есть это вообще языческое. Ну да, это вообще не христианское. Да, это даже не христианское тема, хотя христиане это переняли, под, э, так скажем, это как подготовка к великому посту, но это другой момент. Я хочу сказать, что принимая ислам, так или иначе, любая народность, она сохраняет свою идентичность, но то, что противоречит исламу, она убирает. Это в идеале. Вот, поэтому то, что противоречит Исламу, например, какие-то элементы Может быть многобожие, то есть это Ну, в принципе, то есть я от них отказался А элементы какие-то бытовые, они остались Смотри, Ислам — это единобожие, это самое главное понять Да-да, здесь э, такой момент есть Когда человек принимает Ислам угу. Разницы нет, будь он там европеец, русский И так далее, в любом случае Хочешь, не хочешь, арабская культура, она заходит угу. к, к нему заходит да. Почему? Потому что Многие начинают сразу что делать? Изучать арабский язык кто-то едет в арабские страны, там, на ту же амбру, например, поехать, да, увидеть там араба, пожить и так далее. И тебе все равно арабы, они как бы ближе к исламу. Ты автоматически думаешь даже, арабы, они ближе к исламу. Mm -hmm. Язык тоже, арабский язык. Коран не способен был на арабском языке. Хадисы тоже. То есть все книги э, исламские фактически на арабском языке. И хочешь-не хочешь В любом случае, арабская культура, она заходит к каждому. Даже вот возьми... Э, Русских, Посмотри в Москве, хамиса ходят. Хотя, Хотя это не обязательно. Это, это не понимаю. обязательно, и это, это не это исламская не, одежда, да. это в... арабская одежда национальная. Да. Они это в любом случае заходят, да? У меня был... был такой момент: я финики не любил до ислама. А как ислам принял, начал разговляться с финиками, я полюбил финики. То есть произошло какое-то дофаминовое, видимо, закрепление на уровне да. гормонального Я думаю, людям интересно будет вообще, как он ислам принял Ситуация. Давай, если ты расскажешь немножко. Ну, могу то рассказать. Есть... А, есть... а, еще хочу кое-что добавить, насчет предыдущей темы, это то, что некоторые. Я смотрел интервью с некоторых европейцев, принявших ислам, и американцев, принявших ислам, и они когда принимали ислам, им не объясняли, что является обязательным для мусульманин, что не обязательно. они сразу одевали эту арабскую одежду, пугали своих родственников и так далее. И как сказал один из ученых не помню, кто это сказал, но кто-то из исламских ученых сказал, это то, что а, Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, он одевался так, как одевались. одевались в то время, да, в то время, и, да, как одевался Абульяхаб, условно говоря. Mm -hmm. То есть это одно, то есть Абуляхаб, это был, ну, условно говоря, противник пророка Мухаммада алейхи саляту салям Поэтому это важно понимать, что арабская культура это арабская культура, а ислам как система ценностей и убеждений, то есть поклонение единому Богу это ислам. Но, опять же, если вы это делаете для того, чтобы скажем, подражать пророку, вы тоже за это можете получить награду. Хотя это не является обязательным. Это вообще... То есть у людей многих, у русских особенно, э, не то, что у русских особенно, я имею в виду вообще у любого не, не мусульманского народа, этноса, у них есть представление, что ислам — это нечто внешнее, что отличается от них, например, комиссы, бороды, э, там, тарелки с пловом и так далее. Нет, ислам — это в первую очередь единобожие, то есть поклонение единому богу и творение добра. Вот mm -hmm. это ислам. А почему тогда кто-то кто -то может, задаться, кто может задаться вопросом, а христианство, это же тоже единобожие, поклонение единому Богу и творение добра. Но здесь уже мы вступаем в, так скажем, идеологическую конфронтацию и идеологические какой-то дискуссию идеологическую, что ли, я бы так сказал. Глубоко сказал. Да, глубоко. Я понимаю, что мы и вправду на разных сторонах культурно, к примеру, там с одним французским журналистом у меня разговор был, и между нами переводчица была э, девушка, студентка э, Иньяза. И когда он предложил, типа, давайте продолжим беседу в кафе, она отказалась. Он, типа, а почему? Он говорит, ну, меня, говорит, в обществе э, с мужчинами в кафе как бы, ну, у нас не принято. И он не, искренне не понимает, а почему? Говорит, ты же, говорит, свободная женщина, там, не замужняя, там, mm. типа, в чем проблема? И я ему объясняю, я говорю, ну, знаешь, у нас не принято. И он, вот так он и не понял, mm -hmm. почему. Да, это, знаешь, напоминает историю, как э, в Соединенных Штатах Америки, насколько я помню, э, одному проповеднику задали вопрос, как отучить от прелюбодеяния, да, там, человека. И он говорит, ну, как пророк, саллиллаху алейхи, саллим, подошел к одному, один из подвижников ему подошел, говорит, вот, я хочу сделать прелюбодеяние а пророк ему говорит, «А ты представляешь, если кто-то бы... Свер... Ты бы хотел, бы, чтобы твоя мать, условно говоря, совершила прелюбодеяние? Он говорит, нет, ну все и не делай. И когда кто-то из американцев так сказал другому американцу, не мусульманину, американец мусульманин американцу, не мусульманину, mm -hmm. тот сказал, говорит, «И ш... ну и что, говорит, моя мама свободна, моя мама свободна, это ее отношения, я в них не вмешиваюсь. То есть тут тоже вот этот момент. То есть где-то работает, а где-то нет. Да, это важно учитывать. Вот это я говорю, что разница в понимании... Каких-то вещей у нас все равно разные. Uh -huh. Вот эти вопросы э, являются барьером, становятся барьером для, допустим, русских парней, там, для русских людей перед принятием ислама. Вот, допустим, будет какой-то сидеть uh -huh. э, Кирилл, и я захочу его призвать к исламу. Одним из страхов перед исламом будет вот этот культурный. Может, для кого-то я думаю будет, для кого-то не будет. Я думаю, что тут такой момент, что когда Айша, да будет довольнее ее Аллах, жила, ну, когда она была жива, она сказала такую вещь, что передается от нее сообщение, что если бы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, изначально бы пришел, насколько я помню, это от нее передается, но не суть, а, как, если бы пророк подошел к арабам и сказал бы Не пейте вино и не прелюбодействуйте, то они бы никогда не приняли ислам, потому что это не то, с чего необходимо начинать. Конечно. Ислам это в первую очередь таухит, то есть единобожие вот когда уже у человека появляется более-менее представление о том, кто такой Бог, кто такой Аллах, кто такой Создатель, почему ему надо подчиняться, потом уже идут запреты и так далее. То же самое здесь культурный барьер. Например, у многих русских сегодня принято, например, общаться с семьями, вот я сужу по своим родителям, условно говоря, к ним приезжают э, их друзья, то есть семейная пара, да, там тоже муж жена, они спокойно могут все обняться, посидеть, по -по почайковать все вместе и уйти. То есть у нас в исламе это не принято. И, и ну, я это легко воспринял, наоборот, я подумал: так это же прекрасно, это нормально. То есть я наоборот, родители не понимаю, когда уже приезжают, э, так скажем, друзья моих родителей к ним, и они тоже идут ко мне обниматься, а там я говорю, я прям много извиняюсь, у нас просто в исламе это чуть-чуть, но ну, это не принято, да. То есть у нас уже какая-то появляется другой перепрошиваться культурный код. Но, опять же, тут не нужно уходить в другую крайность, говорить, у нас в исламе там мы женщину уважаем и так далее. Это может тоже оскорбить человека, потому что он может сказать, о чем вы хотите сказать, что мы друг друга тут не уважаем, что ли? То есть тут тоже нужно все понимать. Это значит, это как девушка, носящая хиджаб, допустим, отвечает на так скажем, вопрос не мусульманки, которая не носит хиджаб. Открытый чупа -чуп, закрытый чупа чуп, да? Да, 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 да. Не, и она задает вопрос: а почему вы закрыты, если девушка и любой мусульманин ответит: ну наши девушки просто скромные. Это может обидеть не мусульманку. Он скажет: что вы хотите сказать, что я не скромная, я что, распутная а... там или что? Да, да. То есть э это важно понимать тоже. То есть да такие культурные, так скажем, про... такие какие-то некие. Я не знаю, кого это может меня это не остановило. Если в основном, в основном, наверное, тяжелее для женщин, да? Ну, наверное, да. да потому но... что там чуть больше запретов, таких ограничений, чем для мужчин. Например, там одеться mm -hmm. нужно. Ну да. Тоже, тоже mm -hmm. выходить из дома без разрешения, мужа нельзя там, и так далее. То есть ряд да, этих есть таких такой. моментов есть, которые также являются культурой ислама, mm -hmm. да. И для них будет тяжело принять эти mm -hmm. моменты. И поэтому женщина больше думает, чем мужчина. Ну да. Мужчина легче принять. Mm -hmm. Так, расскажи нам, как ты принял ислам? А, как я принял ислам? А, Сейчас опять с... дебри уйдет С чего начать, да, ладно, не буду уходить в дебри я Буду отвечать на четко поставленный вопрос Вот ты был православным, практикующим Причащался, все остальное да, да, да. Вот какой момент у тебя Закрались вот мысли а, Наверное, это был момент Когда я посетил Иерусалим С родителями а, Я тогда учился еще В каком я классе учился? Ну, короче, я учился в школе где 9-11 классы. Я 9 а, 10 ну, класс, да, да, уже старшие классы. И я увидел многообразие культур в Иерусалиме. И меня это удивило, впечатлило. Я подумал, если бы я родился в Израиле, был бы я бы иудеем или я бы был христианином? Как бы я должен был бы прийти к православию при помощи каких доводов? А, если Подожди, я... а в чем ты заметил разнообразие культур? Там, например, есть э, арабы-христиане, которые не стесняются своего христианства. И если ты идешь мимо их дома, то ты спокойно можешь увидеть икону, которая висит mm -hmm. над э, ее, так скажем, дверью, двери дома. Да? А у нас, наоборот, в России стесняются религии. Зачастую говорят, это слишком лично и так далее. Потом я видел иудеев, как молодые пацаны. Там по лет там от 15 до там 25 лет они вместе собираются, держатся за руки, там что-то там танцуют, mm -hmm. что кричат и так далее. Потом я увидел мусульман, я даже изначально не, да, не различал мусульман и иудеев, потому что у них там у этих тибетейков, этих там, ну, вы поняли, uh -huh. типа. Внешне вот, очень сильно похожи. Да. И я стал думать, а почему, если бы я обрадился бы здесь, был бы я иудеем. если бы я родился бы среди арабов, был бы я бы мусульманином. Как я бы должен был бы прийти к православию? И потом однажды я поклонялся одной иконе, точнее, поклонялся тому, кто на ней изображен. Вот, молился святому. В православии не поклоняться святым, как богам. А через него Да, то, что, это твой самолитвенник. Как бы. И я подумал, у меня вопрос в голове возник: Кирилл, почему ты поклоняешься творению, а не творцу? И я такой, бац, думаю, ничего себе думаю, что за вопрос? И я помню до сих пор, когда это была первая поездка в Иерусалим, я стал, я до того загнался, что я у христиан есть традиция, у многих когда в последний день или за день до уезда из Иерусалима необходимо пройтись по, с крестным ходом по тому маршруту, по которому Иисус мируму нес свой крест. С кресла, угу. Да. И я шел. Это обряд, я... да? Ну, из это, это не то что обряд, это просто традиция, такая mm. добрая традиция. И я шел, я помню, я молил Бога, говорю, о, Господь, покажи мне истину, какой-нибудь знак мне яви, какое-нибудь чудо сотворить, что-нибудь еще, чтобы я увидел эту истину. И, и аль что тогда мне Аллах ничего такого не показал. Объясню, почему, опять же, потому что я потом, спустя много лет, я пришел в итоге к истине, не при помощи каких-то там чудес и так далее. Чудо это не является критерием истинности. Да. Почему? Даже сам Иисус, мир ему, об этом говорит в Евангелии. И более того, даже в книге Апокалипсиса сказано, что, вот, например, православный, да, вот каждый год говорят, не сходит огонь с небес. Благодатный. Благодатный огонь, православный именно. Самый прикол в том, что в книге Апокалипсиса, насколько я помню, там сказано, что Антихрист в конце времен будет не сводить даже огонь с неба. И более того, даже сам Иисус Мирому, когда к нему подходили иудеи и вообще ученики в целом те, кто его слушали, Иисус сказал: придут судный день ко мне люди. Будут говорить: О, господи, господи, ну, господин, господин, не твоим ли мы именем пророчествовали? Не твоим ли мы именем чудеса творили? Не твоим ли мы именем бесов изгоняли? я скажу им: Отойдите! Никогда я не знал, не знал вас, делающие беззаконие. Я за задаюсь вопросом сейчас: Кому он это скажет? Он скажет что это атеистам? Он не скажет что это атеистам? Он скажет что это иудеям? Нет? Они тоже не верят в него, да? Да. Они скажут, это и Нет, он скажет, это христианам. Именно христиане сегодня, когда спрашивают, почему ваша религия истина, в основном что говорят? А вот у нас чудеса, а вот бесов изгоняли, а вот это и и нет... то да. Почему Иисус скажет, отойдите от меня, не знал я вас никогда, делающий беззаконие, потому что они молились ему, а он их не слышал, потому что он человек, он пророк, он не Бог. То есть отойдите от меня, делающий беззаконие. Беззаконие. Что такое беззаконие? Высшая степень беззакония — это поклонение кому-либо помимо Аллаха. Об этом говорили, это в принципе есть основная причина, почему ислам принял. То есть, что если мы посмотрим на заповеди Моисея и Иисуса Мирому, и всех пророков, и посланников, которые упоминаются в Библии, то мы увидим, Моисей говорил, «Шма Исраэль, Аданай Аллахейну, Аданай Хат», то есть, «Слушай, Израиль, твой Господь есть Господь единый». И когда к Иисусу подходили и спрашивали, какая главная заповедь, он говорил, «Слушай, Израиль, Господь есть, есть Господь единый. Если мы посмотрим вторую заповедь, сказ... Моисея, мир ему, он сказал, не делай того, что изображено на небе вверху и на земле внизу. Не поклоняйся и не служи им. И когда ты спросишь русского человека, назови мне какие-нибудь заповеди. Недавно вот я сидел в кафе с ребятами, я тоже спросил одного русского человека, он пока что ну, он на пути к Исламу, я думаю. Иншаллах. Аминь. И я спросил, какие заповеди первые приходят новым. Я говорю, я говорю, ну, наверное, не убей. Он говорит, да, не убей, не вору, не укради там. Я говорю, вот. Но не с этого начинался призыв посланников. Угу. С единого Божия. Поклоняйся единому Богу. Никаких идолов, ничего. А только потом уже нравственная составляющая. Вот. Поэтому, э, как я пришел в ислам? Я опять ушел с темы, да? Ну, Сема. ножницы у нас. Все хорошо, отлично. Я уже сделал обрезание, но это другая история. Кстати, да, обрезание не является обязательным. Ой, не является, да. Кстати, да, обрезание не условие про ислама. Для того, чтобы пройти ислам, не нужно делать обрезание. Блять, не замучили его. Нету такого условия. Но это очень желательно. По некоторым мнениям ученых, это ваджиб и так далее. Но если это вам предоставляет дискомфорт, это не проблема. А, что там еще? Давай. Что там, Сулейман, давай. Спасай меня, что-то опять, видимо, ни с наговорил. Как ты принял ислам? Как я принял ислам? Окей, вкратце, расскажу в двух словах тогда. Скоро Мухаммад кидаться в двух. Не в трех. В двух словах. Как ты принял ислам? Так, у нас четвертая попытка. Добиться от Кирилла маленького рассказа в двух словах, как он принял ислам, что на него повлияло. Это четвертая попытка в двух словах. Уже, уже оператор нервничает наш. Давай, поехали, Кирилл. В двух словах. В двух словах. Объясняю. Пошло, поехал. В общем, родился я в 1994 году. Ладно. Суть в чем? Почему я. Как я принял ислам, да? Или почему ты говоришь? Как? Я изучал сравнительное религоведение, я изучал э, историю раннего христианства, изучал текстологию Ветхого и Нового Завета, не на профессиональном уровне, а интересовался, читал и так далее. Э, слушал лекции ислама, слушал лекции христианства, сравнивал, и в итоге инст конечной инстанции моего интеллектуального и духовного пути, повторюсь, не дух только духовного, потому что э, э, ну, то есть мы не выбираем религию, то, что нам по душе. То есть это не магазин с обувью, где можно выбирать. Тут еще интеллект подключаться. Тем более для нас мужчин. То есть это очень важно, чтобы все логически составлялось. Это женщины могут принять ислам на... эмоциями. эмоциями да. То есть у меня такого не было. Я всегда... И у меня были эмоции, но я говорил, Кирилл, никаких эмоций. Это холодный выбор. И в итоге, вот изучая, изучая, изучая вот это все, сравнительное религоведение, историю раннего христианства, историю, не историю ислама, а историю заражения ислама, Библии, Корана. Как формировался библейский текст, я в итоге пришел к выводу, что первые ученики Иисуса мирому, то есть его апостолы, они считали Иисуса мирому пророком, и окружение Иисуса считало Его пророком, а следовательно, мусульмане правы в этих убеждениях. И мусульманин с точки зрения арабского языка это тот кто? Это тот, кто покорился единому Богу. И если Иисус мирому был мусульманином, в том плане, что Он был покорным единому Богу, строгим монотеистом-единобожником, то я тоже должен стать мусульманином и уверовать в заключительного Божьего посланника Мухаммада мир ему и мой, благословение Аллаха. Ну, вот это в двух словах. Этот, смотри, Кирилл, некоторые христиане, которые ищут истину, они, естественно, изучают ислам и находят ответы на свои вопросы в исламе. Угу. Нашел ли ты ответ на свои вопросы в исламе? А, те вопросы, которые меня интересовали, да, я нашел. Это, наверное, были основные, а, так скажем... Причем порою Коран очень четко и точно отвечал на мои вопросы. У меня был момент такой, что я видел несоответствие между учениями Иисуса Мирому и тому, чему учит церковь. Я однажды вышел из церкви и спросил своей мамы. Говорю, мам, почему Иисус нигде не говорит, что вот есть три единый Бог, что Он един в сущности и троичен в личности? То, как написано там в православном катехизисе. Uh, мама, и мама допустила страшнейшую ошибку. Мама, если ты это смотришь, если ты это смотришь, просто вспомни это. Это было в Тюмени. И она сказала: Кирилл, не задавая лишних вопросов. Это, это нельзя говорить, понимаете, даже если ваши дети мусульмане и они к вам приходят и говорят: лучше скажите, я не могу тебе дать сейчас ответ, но я тебе обязательно да, дам типа завтра. Я тебе отвечу. Да. Но ну, не говорите никогда то, что вы там. Что не за вопрос ты задаешь? Что да. за вопрос задаешь? Не смей думать Он об этом. еретик. Да, 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 так он делать не нужно. Хотя у меня мама э, религовед с красным дипломом, тогда она еще не окончила религоведение, но не суть. Суть в том, что у нас стоял Коран. Э, перевод смысла Корана Крачковского также. Дома, и, да? Дома. И я тогда боялся его читать, я думал, что это большой грех и так далее. Но однажды я смотрел телеканал «Союз», и я увидел, как священник, ныне покойный Дмитрий Смирнов, когда ему задали вопрос, можно ли читать Коран, он говорит, я бы с удовольствием с радостью почитал. Я подумал, если священник говорит, это да, все зеленый. Но, но я все равно начинал открывать Коран, смотреть там что-то. Изначально я даже посмеялся. Я думал, сейчас оттуда выбегут. Да, сейчас, от, да, сейчас это взорвется. И я открывал, читал, пару аятов, закрывал, ставил на полку обратно. Но это в начале пути, там э, прошло еще много-много лет, не много-много лет, но спустя mm -hmm. несколько лет я только пришел в ислам. У меня, например, был момент, когда мне очень сильно понравился ислам, э, я уже понял, что вот, вот, я нашел ответы на свои вопросы, э, посмотрев диспуты Ахмада Дидата, э, посмотрев э, разные аргументы от мусульман, ну, такие вот такие основные аргументы там про то, что о пророке Мухаммаде Мировом Благословении сказано в Новом Завете, да, там вот это утешитель, там во втором законе, 18 главе, 18 стихе, то, что вот Моисей говорил, что будет пророк и среды подобный братьев мне. их, да, подобный мне и среды братьев их, а братьев, э, евреи это арабы и так далее. Я все это наслушался, я подумал, и единобожие, и как бы Библия искажена, я такой, во, все, ислам это истина. Это был, не помню, какой год, но это еще за несколько лет до принятия ислама. Я тогда был, был, до Рамадана оставалось несколько дней, и я хотел принять ислам, но в итоге произошло пару моментов, которые меня остановили от принятия ислама, и я благодарен Богу, что я тогда остановился, что я не сразу пришел в ислам. а объясню, почему. Потому что… если То есть это, ты так, видишь в этом благо, да? Да, я вижу в этом благо и предопределение Всевышнего. То есть Бог захотел, не чтобы я… Объясню. Mm -hmm. Все эти аргументы мусульман, которые мусульмане часто привыкли, их уже давно разобрали христианские апологеты. То есть, нашли и, ответы на них. Нашли да? ответы на них, да. И потом в будущем, когда я уже нашел ответы, контр-аргументы, я подумал, все, мое исламское, э, то есть то, что я узнал с исламе, оно рушится. То есть ислам не такой крутой, как он говорил. И потом, уже спустя там еще несколько лет, в ходе изучения, я уже понял, что ответы христианских апологетов не являются последним ответом и, конечной инстанцией всех этих интеллектуальных изысканий. И что есть еще более убедительный контр-контр-аргумент у мусульман. И, к великому сожалению, у нас в России еще не так развита исламская апологетика, исламская, исламский межрелигиозный диалог, и поэтому... Ну, а, практически и нет. Да, практически нет. И сейчас переводят массово там, лекции о разных мусульманских, так скажем... Проповедников, ученых. Не то чтобы даже ученых. Апологетов. Помил, а, да, апологетов больше. Ну и, в принципе, проповедников, да. там Мухаммад Хиджаб... Там э, есть и ученые. ученые, да. Да, есть и ученые э, но ученые больше, они все-таки для мусульман, а те больше для, э, так скажем, межрелигиозных и принципе, да, да. да. И я понял, что есть серьезный ответ, причем ответ очень достаточно серьезный. Но я не буду вдаваться в глубокие подробности моего принятия ислама, потому что я сказал, что были какие-то определенные моменты, которые меня остановили. Это мы опять уйдем в дебри Но суть вот в этом. И я поэтому благодарен Богу, что я не сразу принял ислам, и что теперь, может быть, я бы даже бы вышел бы из ислама. Если бы я принесла тогда, не дай Аллах. А сейчас я уже, ну, как взрослый. Да, когда человек да, долго осознанно. ищет ответы, да. и он видит то плюсы, то минусы, то есть то да, то нет, он уже один момент может устать. И вот на том, на чем он в этот момент, он может все, я уже устал. У меня был такой момент, брат. У меня был такой момент, однажды я уже сказал Бог, Бог я так обращался уже к Богу. Ну, я практиковал христианство, но и, и когда у меня вот эти вот опять были моменты, что я этой той религией. Я так говорил: о, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Ответь мне на вопрос. Я вот столько уже всего изучаю. Можешь, пожалуйста, мне вот без этих изучений просто какое-нибудь чудо опять. И в этот момент, что, да, и в этот момент происходит удивительное событие. Я просто попутал в своей жизни, до сих пор не знаю, что такое. Если бы я знал, что такое, но мы не знаем, что это такое. Mm -hmm. Суть в том, что и тут у меня начинает мутеть в глазах. У меня хорошее зрение, Машала. Мне начинают мутнеть в глазах после этой молитвы, и я вижу, что у меня что-то вырисовывается перед глазами. Некий символ. И я смотрю налево, он там, я смотрю направо, он там, я закрываю глаза, он там, я открываю глаза он там. И я вижу, я знаю, что полумесяц это не знак ислама. Но тогда был это полумесяц. И христиане бы это интерпретировали по-своему. Вот видишь, тебе Бог показал, что это несся. А мусульмане сказали, нет, вот, видишь, тебе Бог. но ну, не суть. И в тот момент я сказал, господи, просто я позвонил своему лучшему другу, которому я рассказывал об исламе все тоже, все, что я узнавал. Я говорю, можешь, блин, прикинь, вот это вот произошло. Я не знаю, как это избавиться. То есть это бред полный. То есть какие-то признаки мигрени. То есть это у меня голова начала болеть. И в итоге я попросил Бога, Господь, говорю, убери это, я лучше интеллектуально приду в ислам. Это все исчезает. И я в тот день лежал весь день. У меня даже родители спрашивали, почему, что, -что с тобой случилось. У меня голова болела весь день. И я это да понял. Нет, не хочу никаких чудес, хочу просто интеллектуально, осознанно прийти. Не к исламу, а вообще разобраться, где истина. Очень важно, как бы вот для мужчины, да, все-таки прийти осознанно в исламе. Поэтому я через интеллект. Ну, не то, что через интеллект. Я mm -hmm. имею в виду, что э, через, через высокий интеллект. Да. Да, через интеллектуальные изыскание я пришел в итоге ислама. Я благодарен Богу, что так произошло именно. Что. Потому что если я бы, там, на эмоциях пришел еще что-то, потом бы начинали бы шубухаты какие-то возникать. А сейчас я понимаю. Да, да, эмоции, эмоциональное состояние меняется, ты да. успокаиваешься. Вот Конечно, взрывы. это Эмоционально качели. Вот посмотреть даже западное христианство, да, там адвентисты и так далее. Многие э, христиане, которые проводят на Западе свои богослужения, да, то есть у нас восточное православное ортодоксальное христианство это там вот, все там, византийский распев, все такое. А у западных христиане они там и концерты устраивают, и так далее, и тому подобное, и для них это норма. Это эмоции, но эмо истина не познается в ходе эмоций. Истина познается в ходе рассуждений, раз на, так скажем, беспристрастных рассуждений. И в ходе искреннего общения при, э, приз, так скажем, призыва Господа. Потому что Аллах не наставляет напрямую путь, э, точнее. Потому что ты не станешь на прямой путь, если этого не захочет Аллах. Поэтому очень важно просить у Аллаха прямого пути, потому что только Он оставляет на прямой путь. Это тоже важно. Знаете, что я вспомнил сразу, Субханала? Когда я изучал ислам, я все это рассказывал своему другу, с которым мы дружим с 4 лет. И однажды мы задались вопросом, типа, однажды мы даже поставили цель прочитать всю Библию за лето, но это другая история. Не суть. Мы с ним, короче, изучали вот это все. Я говорю в итоге, слушай, а он говорит мне, говорит, Кирилл, ну вот в исламе есть, например, горе в раю. Говорит, а как это? То есть в христианстве это не принято. Ну, то есть, э, да, там Иисус в свое описание рая делал. Хотя это, это дискуссионная тема, не буду сейчас э, ее окопать, иначе опять уйду не в ту сторону. Но суть в чем? Суть в том, что я сказал, ты знаешь, если Мухаммад в итоге окажется пророком, и мы придем к этому, саллиллаху алейхи вассалям, то все, что он сказал, это истина. А истина, как бы она была нам приятна или неприятна, мы должны ей повиноваться, да? Как, как говорили сподвижники пророка Алихи салляту услам, слушаемся и повинуемся. То есть если эта истина пришла, нравится нам, не мне нравится. Знаешь, это у меня такой момент у моих родителей, к ним ну друзья приходят, друзья нашей семьи. И однажды мне, скажем, один человек, женщина одна, подруга нашей семьи, так можно выразиться. Она сказала, «Ну, Кирилл, ну все равно, вот почему ты принял ислам?» Я ей объяснял, да, вкратце, в двух словах, как и вам, в двух словах. Mm -hmm. Я все люблю делать в двух словах. И, и она говорит, «Ну, все равно, ты, наверное, принял ислам из-за каких-то эмоциональных, там психологических а, актов и так далее». Я говорю, нет нет -не -не, я осознанно принял ислам». И когда она уходила, она сказала мне, «Кирилл, ну, все равно, ислам — это не наше». И я, сказал, и я подумал, «Ах, вот в чем дело-то». Ислам это не наше. А истина, она не нуждается в том, что ислам это наше или не наше. Это не, к истине не имеет никакого отношения. Истина, если она есть, истина, ты ее принимаешь, кем бы ты ни был. Нету такого, это не мое, это мое. Мне в христианстве вот это нравится, в иудаизме это, 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 это. Такого нет. Истина нравится на тебе, не нравится. Я ее принимаю. Ну, в общем, Кирилл, пусть Всевышний Аллах тебе сделает Амин. еще крепче в исламе Амин. и приносящий пользу это наша религия. Ты же учишься в академии Беляла Филиппса шейха. Да, я учусь в, ну это не академия, это международный открытый университет Беляла Филлипса то есть International Open University. Я скажу это по-английски, потому что это больше эффектно. Международный mm -hmm. International Open University это другое. А на арабском? Арабском. Не будем пока что проверять мои знания арабского. Расскажи немножко о ней. Ну, э, мы знаем, что если раньше начну чуть отдаленно, опять же, как я люблю я сейчас не выступ... уже отдаленно. да, 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 да я... Фру... Фру... Од Од слов. одним, словом. одним словом, международный открытый университет – это прекрасная возможность мусульманину сегодня получить классическое исламское образование. А я обучаюсь на факультете, называется Усулиддин Ваддауа, то есть основа религии и призыв к ты так, ты так красиво айн произносишь, а здесь ты What? вообще ее проглотил. What? What? <laughs> <laughs> вот. И в итоге в этом институте сейчас он получил, он сначала без аккредитации был, сейчас он получил аккредитацию. Вот. Но суть в чем? Суть в том, что заканчивая учебу там, ты можешь получить, защитить степень бакалавра в области исламских наук, степень магистра в области исламских наук, и даже сейчас появилась возможность получить защитить докторскую. Вот. Ну, естественно, ты там изучаешь арабский язык и так далее и тому подобное. Вот. и поэтому это прекрасная возможность находясь в разных точках мира получать а. знания, да, получать знания и не получить менять, не менять работу, не менять, да. допустим, если дети есть в школе учатся, там не отрывать естественно естественно не настолько эффективно, ну, как очное э, занятие, но то, да. то, лучше на это на, чем на, ничто. На Исмаиле нашего брата, да, Исмаил Мухаммад, да. два года карантин был, э, он настолько соскучился по Медине, да, по Саудии, он сейчас приехал. Просто от телефона не отрывается, все снимает, все нам да. скидывает, все показывает. Да. Я уверен, что вот да. эти чувства никогда онлайн да, не занят. конечно, конечно, это нет. Но э, что касается корочки, если мы говорим просто, практически, да, то есть что ты, тебя бакалавр, магистр, э, докторская, то есть ты спокойно, которая котируется по всему миру. Момент такой, что в онлайн-образовании там есть переаккредитация и так далее, это уже другой момент, насколько у них аккредитация, не помню, насколько но не суть. Что, самое главное, что эти вопросы решаются, и самое главное, что у многих просто, знаете, какой момент? Многие думают, ага, онлайн-исламский университет, что это такое? Это несерьезно, и так далее. Но это, нельзя недооценивать это. Почему? Потому что там переводится материал с арабского, с английского языка, озвучиваются, и ты э, слушаешь эти материалы, во-вторых, ты учишь арабский язык, в-третьих, тебе преподают также русскоязычные Uh, то есть люди, В моем которые... случае это преподаватели русскоязычные. В моем случае и, араб... uh, и англоязычные, и русскоязычные. Арабоязычных пока я не встречал, преподавателей, может быть, на более старших курсах будет. То есть это и англоязычные, и русскоязычные. Просто англоязычным uh, тоже перевели лекции. То есть англоязычные в записи, а русскоязычные в живые Online. уроки, онлайн-уроки, да. Но это русский сегмент. Здесь пока только один факультет. Это основы, uh, то есть религии, да. Uh -huh. Судин... И mm -hmm. уадауа, да. Уадауа. Mm -hmm. и дауат. А на англоязычном сегменте там у них разные и исламские финансы, и психология исламская. И там Разнообразие большое. Во Вообще, да, то есть разные, разные. Mm -hmm. Сейчас они вроде его назвали, даже, э, даже на сайте они вроде написали исламоведение. Типа, из, э, вот этого там условия. и уровень, наверное, получше да, преподавание. На английском языке, наверное, да, то есть ты как бы, я не знаю, правда, а, не слышал, но я думаю, что... Сама да. школа же англоязычная, она и создавалась да. тоже оттуда. То да, 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 англо... конечно, конечно, но это ее филиал Белял, в России. Филиал -то. Филлипс тоже да. англоязычный. То есть туда поступают, вообще, я вам так скажу, вот про Беляла Филлипса я даже сегодня выписал, некоторые момент я даже не знал, ничего себе, вот про Беляла Филлипса, например, я вот знаю, что в их институт в их институте обучается мусульмане со всех стран, и очень много новообращенных, те, кто принимает ислам, тоже туда поступают там, и из Европы, из США и так далее. И Белял Филлипс, интересно тоже о нем факт, что и Белял Филлипс также был занесен в Иорданское издание в число 500 самых влиятельных мусульман. Причем за что? За то, что он основал именно вот этот онлайн-университет и предоставил возможность учиться мусульманам по всему миру, у тех, у которых нет возможности или по тем или иным причинам они не получают шариатское это популярности э, этой, да. это платформы. Да? да? вот написано, в котором всего за 7 лет, вот сказано, в котором всего за 7 лет с момента своего основания зарегистрировалось более 270 тысяч студентов из 228 различных стран мира. 228 стран, что столько есть, да, дальше? Я даже не знал. А ну, дальше вот, планы ну, Вот ты окончишь университет, получишь религиозное образование. Дальше? Я задаю этот вопрос каждому студенту исламскому. Не каждому, но вот кого я вижу. Реально, приезжал один брат с Саудовской Аравии, недавно летом мы с Исмаилом с ним виделись. Я тоже ему задал вопрос, почему я не до студентов докапываюсь, потому что я сам студент. Я, мне интересно, действительно, как отвечают люди на этот вопрос, как они себя видят. И я считаю, что религия, религиозные знания, они должны распространяться. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту ассалям, говорил о том, что если вы знаете а хотя салят. бы... Да, если вы знаете хотя бы один аят, передайте его другим. Быть может быть, те люди, которые, до которых вы донесете это послание, поймут его лучше, чем поняли его вы. То есть если он... дословно говорить хадис, то... Да. Просто доведите до меня хоть один аят. Да, хотя бы один аят. от меня людям. Конечно. У, я, даже у нас э, есть предмет продавать Мы там изучаем и фиг и акиду И там, да, то есть все эти моменты Исламскую цивилизацию, и таджвиты, и так далее Но какие у меня задачи? Э, я задавался этим вопросом Именно поэтому я пошел в университет Потому что я подумал, окей, я уже какую-то пользу для ислама несу аль То есть мой блог, э, благодаря моему блогу люди принимали ислам Благодаря моему блогу люди э, Там начинали совершать ты опросы делал Да, я сегодня опрос сделал, сейчас посмотрю в Инстаграме, да, я сегодня, кстати, опрос запустил, просто что-то захотелось. Я к тому, что я понял, что, окей, сегодня я блогер, а через 10 лет, то есть если ты через 10 лет скажешь, ты уже просто блогером, ты уже, ну, ты какой твой... Ну, серьезно уже Не серьезно да? даже, По да. Возрасту. Да, я подумал, что мне нужно получать обязательно исламское образование, получить какое-нибудь, то есть шариатское образование и уже в будущем распространять знания на том уровне, на котором я могу. Но момент какой? Многие студенты, мы знаем, которые приезжают потом после учебы, они не знают, как проявить свой талант, так скажем, как быть полезными, приносить пользу обществу. И некоторые начинают записывать лекции, вот как 10 лет назад еще было актуально, там записывать лекции на аудио, там гуляли разных русскоязычных проповедников. Тогда сейчас это уже не канает. Я сейчас веду Инстаграм, сейчас у нас в планах начала это YouTube, я хочу создать да большую онлайн библиотеку в YouTube, чтобы любой мусульманин, у которого возникают те или иные шубахаты, чтобы он мог зайти, и посмотреть ответы на те или иные вопросы, которые касаются сравнительного религиоведения по атеизму и по христианству, вот и или не мусульманин, который интересуется исламом. То есть какой-то вклад вот в это внести, вот быть полезным, вот и э, делает ли это меня счастливым? Это вопрос, да, делает ли это меня счастливым. Это же самое лучшее. Вот сегодня вот. Вопрос я сделал, сколько это часов? 5 часов назад. 65 человек принял ислам. Написано совершать... Аллах Акбар. Аллаху Акбар, да. 28... С инстаграма, да? Это, ну, это, всего, это пока что там просмотрел немного человек. 28 стал совершать намаз, 83 развел свои сомнения вокруг ислама, 504 я стал больше изучать свою религию. 504. 504 человека, а. Ага. Вот, поэтому какой как вклад так... ты делаешь? Ну, Альхамдуля, да, потихонечку. Я к чему. Я хочу сказать, что мы должны не только религиозные знания получать, мы должны получать знания в области а, social media-маркетинга, да, то есть SMM, как продвигать соцсети, как делать хайповые ролики, видеоролики, вот то, что в ТикТоке. Не был... нарушая границ. — Не нарушая границ, да. То есть, хайп не ради хайпа, а хайп ради Аллаха, как говорится. О, ну в такое выражение хайп ради Аллаха. Посмотрим, где я буду дальше жить. Начало последнее. Ну, как Аллах. Аллаху будет. Да сложнее не будет, то есть тут, вот, знаешь, понимание родителей, понимание соседей, друзей, бывших, uh -huh. понимание друзей, ты не не просто ты предатель и ты еще уехал в исламскую страну в Турцию Кстати, и у тебя жена Лизгинка я Кирилл, сказать... ты когда-то был русским. Да. да. Очень часто из... говорят так. В последнее время это, по-моему, стало мемом уже. Да-да-да. <laughs> да, 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 Кирилл, мем. ты до сих пор русский, да? Да, да Кирилл. Помнишь, когда, когда ты был русским? Когда ты был русским? Я русский, да. с нами бог. Кстати, это можно будет вставить в это. Нач... Да, промо. Да, <laughs> Я хочу сказать, что у меня есть видео на YouTube старое трех, 3... три года назад я его записывал, называется "Я русский, я предатель" там 90, вопросом. Да, да. 90 тысяч просмотров где-то там набрал немного но посмотрите его обязательно то есть там я отвечаю на все эти вопросы вот эти все а вот это предатель если так посмотреть я не предал религию иисуса миру я вернулся в нее это раз во вторых я пришел к религии своего самого старого предка. Если мы так за предков топим, кого вот мы больше уважаем? Отца, деда или прадеда? Естественно, прадеда, да, то есть самый старшего, потому что... А пророк Адам, мир ему, так вот, я и вернулся к его религии, к религии ислам, то есть к религии единобожия, к строгому монотеизму, что я поклоняюсь единому Богу, и поэтому я не предал религию предков, я вернулся к ней. А вот э, многие россияне, которые исповедуют христианство, которое Адам не исповедовал, или язычество, которое Адам не исповедовал, или атеизм, которое Адам не исповедовал, на самый старший предок, по такой логике они, получается, предатели. Христиане были предателями язычников, атеисты были предателями христиан, а Кирилл мусульманин, предатель всех что ли? Ну то есть это нелогично. И почему-то русского, который становится буддистом, его не называют предателем или атеистом. Ты видел хотя бы одного русского атеиста, который ему говорил: "Ты предатель"? Да никто ему ничего такого не говорит. Это норма считается. А вот ислам это вот это вот все, вот это все, это не русские, это вот это, ну сами понимаете эту риторику. То есть это все вот не русские, это вот все вот, это, то есть это все вот с этим. Ну знаешь, как обычно делают да. русские, принимающие ислам? Угу. Они начинают менять имя, да. вот твое имя первое Кирилл, да. и ты иногда себя называешь Джабраил. Да. Вот Джабрай. начинается, вот ты поменял имя. Потом ты начинаешь внешне. Я понимаю, что угу. борода, допустим, длина волос, это все и в христианстве есть, и допустим покрытая женщина, да. покрытая супруга, это в христианстве есть и в да. иудаизме есть, там, но сегодня как-то это не принято. Поэтому они, скорее всего, смотрят на все это вот. опять-таки с вопроса культурных различий, поэтому считают тебя предателем. Знаешь, у меня был однажды братья культуры, да? Русская культура. Да, 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 -да ты получается... культуру предал. Вот, ну, Достоев, Достоевский, как сказал, ты русский настолько, насколько ты православный. Вот ты говоришь про то, что после учебы собираешься давать там заниматься. Там у нас сегодня есть хорошие возможности. А почему у тебя на Ютубе угу. только два видео? Да, объясню. Потому что я все это время занимался Инстаграмом. Собираешься продвигать YouTube? Да, я уже снял первое видео Иншала, и скоро вы его увидите Иншалла. То есть и, и я хочу уточнить, почему я занимался Инстаграмом. Инстаграм, Инстаграм это некая площадка, где мы видим контент здесь и сейчас. Почему я хочу пойти на YouTube? Потому что э, YouTube, в YouTube ты можешь стать некое наследие. Да, которая может твой ролик может сегодня не хайпануть а через год он станет актуальным то есть у меня идея такая чтобы создать ответы на все шубахаты сделать это интересно и самое главное чтобы это было понятно русскому человеку это самое главное то есть да я знаю что меня будут смотреть в основном инчала мусульмане они будут помогать и так далее распространять контент но тем не менее так или иначе рано или поздно тот или иной ролик будут смотреть русские люди и самое главное это чтобы мой месседж дошел до них и они его могли принять, потому что если вот вы кавказцы придете и скажете, вот русский мы тебя сейчас будем жизнь учить, они вас не послушают, а вот меня они могут послушать. А что этот нам Кирилл сейчас скажет, да? Ну так вот пока что. Да, то, что ты говоришь, ты очень даже правильно говоришь, и это очень-очень часто бывает а -а -а. в попытках. Сегодня знаешь, что не хватает? Сегодня не хватает а, такого учебного пособия, да, как мусульманину а, двигаться вообще в, в призыве. Да. То есть, какие рычаги использовать? Какие именно а, по отношению методы. к немусульманам, мусульманам, к христианам, ты к ним? да? Не, нет, в общем я имею в виду. Даже вот просто вот, вот uh, Кирилл, например, да? Почему он только Инстаграм использовал, Ютуб не использовал, Тикток не использовал, да? Хотя ты должен, ты когда uh, вступаешь на площадку призыва, ты должен использовать все, да. все средства, которые да. тебе дают сегодня uh, мир, слова. да? И, например, в этом в Украине есть э, в институте там или университете украинском открыли отдел тиктокеров. Факультет тиктокеров. Факультет yeah, тиктокеров. Понимаешь? Yeah. То есть не мусульмане уже наш, вышли на этот уровень, они уже yeah. э, обучают э, людей, те, которые хотят да, выйти на ТикТок, как себя вести в ТикТоке, как его, как э, uh -huh. продвигаться там и так далее. Yeah. Э, мусульман этого нету. Да. мусульман нету реально вот такого пособия, там, или даже вот, например, ты вот в университете, где учишься, даже да. а почему там нету медийного направления. Да? Хотя вот здесь в Стамбуле есть вот этот, который университет есть, там есть направление медина, медийное направление. Угу. То есть там тебя обучают, снимают там и говорить и все остальное. То есть я думаю, вот это очень сильно не хватает у нас реально, да? Если да. в этом плане подумать, то есть сделать какую-то программу, как мусульманину а, призывать, какие методы использовать и каким методом вообще ее призывать, я думаю, это очень полезно будет. Говоря о месседже, который ты хочешь оставить людям в Ютубе, вот какие вопросы ты задал бы, вот если бы напротив тебя сегодня сидел бы христианин православный? То есть на что ты указал бы им, вот как... На какие вопросы они должны будут найти себя? То есть какие вопросы они должны будут себе сперва задать и найти на них ответ? Первое — это то, что кем считали Иисуса его апостолы и его окружение. И, по, и почитайте Евангелие, кем они его считали. Второе а — кого называли помимо Иисуса еще сыном Бога в Библии? Кто такие сыновья Божии в иудейской традиции? Третье — есть ли стихи, где Иисус говорит четко, «Я Бог, поклоняйтесь Мне»? Четвертое. Во времена Иисуса Мирому, когда Он проповедовал, ходил иудеям, какая Библия у Него была, что входило в этот кодекс? Пятое. Апостол Павел. Вот он. Я ждал. Был ли... Апостол Павел знаком с Иисусом Миром, и был ли он настоящим апостолом, и почему у него были некоторые конфронтации с апостолами иерусалимскими. То есть иудеи, христиане, почитайте об этом. Очень интересно пишет Барт Эрман, Ричард, а, Ричард Фридман не писал, Геза Вермиш. Почитайте их труды. Очень интересно. Почему три единого Бога не проповедовали пророки, до Иса, до Иса, салям то есть пророки Израиля, Моисей, Авраам, то есть вот эти вот аргументы в, в плане, а, а, там Авраам встретил трех ангелов, хотя если вы читаете Библию, вы сначала их два, потом их три или три или два я уже забыл, а, то есть почему они все не про, не, то есть не в триединого Бога не верили, а потом и в триединого, хотя Иисус даже не верил в триединого Бога то есть даже на свой момент хотя бы в двух единого Бога. Да, а, а Бог Отец, Бог Дух. Да, да. То есть и более того, э, нигде нету прямых указаний на то, что Святой Дух является Богом, но у нас есть прямой текст в Библии, в Ветхом Завете. Бог говорит Моисею и Аарону, Моисей, ты будешь Богом, а Аарон будет Харун, будет твоим пророком. Это вообще прямо Моисей. Почему Моисей не четвертый? Почему? Uh -huh. А можем ли мы еще uh -huh. один вопрос задать? Да. Почему, ну, это почему, да. Вопросы? Почему Библии разные все? А, насчет Библии я хотел сказать, что, во-первых, есть разные кодексы книг Библии, да, то есть у православной церкви своя, там другие. других Количество ну, книг, количество которые книг. они считают пророческими. Да, количество книг. Там, допустим, допустим, книга Апокалипсис как пишут текстологи Нового Завета, она некоторыми признавалась как входящая в канон. Другие считали, она не входит в канон. Которая описывает там... То есть разные есть моменты. Не, например, вот... Этот, например, Ахмад -дидат, да, uh -huh. Диспут из Ахмад Дидата, да. где он там говорит, что в одной Библии так написано, в другой Библии так написано. Там, It... И... Знаешь, Все про... Библии разные, то есть по-разному них Проблема тут в двух местах. Первый, проблема тут в двух моментах. Первый момент это то, что христиане не знают своего Писания на языке оригинала. Это важно. То есть мы, мусульмане, если мы возьмем мусульманина из Саудовской Аравии, возьмем мусульманина из России, из США, из Европы, из Африки, из Сингапура. Ладно, вы поняли. Вы откуда угодно. Сейчас все страны. 260 стран Они будут читать, я однажды в случайном прямом эфире ошибся, читал Коран и ошибся, или в сторисе, не помню, и ошибся на одну голосовку. А вы знаете, гласовка в арабском языке — это не буква. Да, она мне может иметь полностью смысл. То есть это маленькая черточка. И меня сразу же поправили. То есть это и чудо ислама и есть. Второй момент — это рукописи. Рукописи Корана, насколько я знаю, сейчас на данный момент исчисляется ну, потому что, во-первых, Коран — это более новое писание, это более 250 тысяч рукописей, насколько я знаю, на сегодняшний момент. Библия — там несколько десятков тысяч всего лишь. То есть и рукописи бывают противоречат друг другу, и в ранних рукописях бывают такие моменты, например, допустим, взять ту же историю с прелюбодейкой, Которую очень любят христиане, да, то когда э, э, при, при, же, приводят женщину, которая совершила прелюбодеяние, и вот говорят вот как ты поступ... Иисуса хотели подловить, да, то есть мол, как ты по Моисееву законам будешь поступать, и забежать... ты, ты же говорит нам фарисеям постоянно говоришь, да. вы отошли от Божьего закона, вот так давай суди, а это да. было иудея, которая была в, э, под протекторатом да. Рима и там должны были римские законы, и они хотели его подвести к тому, что ага или сейчас сам делай по римским законам, и ты будешь таким же, как мы, либо ты делай по закону Моисея, и мы тебя будем судить, потому что ее должны были камнями закидать. Это как сегодня закон Тагута и закон... Да, э, да. Понимали, Они да? хотели его подставить, а он да. что сказал? Палкал в концах. Он сказал, кто первый из вас, кто, кто из вас был изгрешен, тот первый киньте в нее камень. Но суть в том, что эта э, история, она встречается в ранних манускриптах в разных книгах, где-то ее вообще-то истории нету, где-то она есть, но вообще в другой книге Библии или в другой главе примерно такой момент, как я читал. Пусть я вот именно об этой истории читал несколько лет назад, то есть это уже много времени прошло, вот, и не помню точностей. Ну, то есть, суть в том, что рукописи, проблема с рукописями. То есть ислам в этом плане имеет преимущество, да. То есть, и в принципе, это доказывает истинность ислама тем, что Аллах пообещал сохранить Писание до судного дня. И в принципе, сегодня мы видим это чудо его Мусульмане звучат наизусть, на языке оригинала. Я хочу, чтобы мусульмане и христиане России, а мы знаем, что Россия — это многонациональная, многоконфессиональная страна, мы всегда жили бок о бок с друг с другом. То есть христиане, мусульмане и так далее. Я хочу, чтобы межрелигиозный диалог и мусульмане, и христиане не воспринимали как акт противостояния друг другу. Всегда, во все времена человечество размышляло над теми или иными философскими, теологическими или нетеологическими вопросами, и всегда была вот эта вот дискуссия между философами, между религиозными деятелями и так далее. У нас сегодня, когда ты проповедуешь ислам или христианство или говоришь об исламе или о христианстве, тебе сразу говорят: "А что ты навязываешь, ребят? Если вам не нравится, не слушайте, а если нравится, то добро пожаловать, мы можем с вами пообщаться". Например, когда я сижу дома я общаюсь со своими родителями о религии, мы можем спокойно с моим отцом сидеть за чашечкой кофе и обсуждать, что произошло на Первом Вселенском Соборе в 325 году от царь Константин и так далее, и сказать, кто считает правым кого, а кто считает кого неправым и почему. И это не доводит, я не начинаю бить своего отца, а отец не начинает бить меня. Удивительно, да? Удивительно было бы, если бы ты начал бить. Но это у вас так. Да, то есть я к чему? К тому, что, мне кажется, показателем и ориентиром, на котором вот я сейчас смотрю, это вот западный межрелигиозный и межкультурный диалог. Например, взять тот же Оксфордские дебаты. Шикарные. Да, Мухаммад Хиджаб и наш э, дорогой брат Абдуллах Аль-Андалуси, они сидят в Оксфорде и ведут межрелигиозный диалог с атеистами. Так где? В Оксфорде. То есть это такой университет, который ну, распиарен тем, что там, там такие гиганты выходили оттуда. Mm -hmm. Да, то есть хорошее образование. И момент -то в том, что то есть это нормально, оказывается, беседовать, обсуждать что-то. То есть я, мой, Поэтому мое слово и к христианам, и к мусульманам, чтобы вы были, мы все были терпимы друг к другу, чтобы мы культурно общались без агрессии друг с другом и не воспринимали наши попытки построить этот диалог как акт агрессии. Пожалуйста, уходите от кухонных баталий. Подойдите лучше к диалогу академически. Или если вы не академик, то хотя бы просто имейте какую-то этику и уважение друг к другу. Я вот встречал мусульманина одного, он сказал, а вот я вот, ну, обычный мусульманин в Краснодаре, я с ним виделся, он, ну, он такой уже взрослый мужчина. Он говорит, я вот тут встретил недавно человека, который водителю на нашей там какой-то погрузочной машине, и он, значит, говорит, что Бога нет. Я ему говорю, ты дурак, заткнись. Там то есть, о чем ты говоришь? Кухонный баталии. Что это за уровень, прим... что за примитивизм? То есть мы должны быть выше этого, мы должны быть открытым друг другу. Это, наверное, у есть общее послание. Но если говорить отдельно, то христианам я скажу так. Постарайтесь найти истинного Иисуса Мирому, исторического Иисуса Мирому, и попробуйте посмотреть, чем отличается исторически Иисус миру от э, Иисуса, э, так скажем, от Иисуса христианского, если так можно сказать, и от Иисуса исламского. И еще я хочу сказать э, русским э, моим соотечественникам, будь вы христианин или атеист или кто бы ни был, по убеждению, э, не, не делайте так, чтобы культура, которая вам... Не похоже, может быть, где-то местами непонятно. Не делайте так, чтобы она ставала барьером между вами и изучением ислама. Я не говорю о том, что вы сейчас побежали принять ислам. Но подойти к пообщаться с человеком другой культуры, будь это Кавказец или человек с Азии, не нужно этого бояться этих диалогов, избегать их спокойно. Я считаю. Главное, чтобы обе стороны были. Адекватными. Адекватными, адекватными и готовыми к этому, вот, поэтому, то есть, почитайте Коран, он не взорвется к вам в лицо <laughs> в конце концов. Кстати, Их... кстати, в Украине есть организация, которая раздует Кораны на площади в Киеве. Ссылку Я оставим, слушаю. ссылку оставим на них, Почему? те, которые могут участвовать в распространении Коранов с переводом, Конечно. они могут участвовать, да. Очень хорошие братья и реально там ислам принимают люди, просто читают Коран. Сами украинцы просят, ходят, просят мне, дайте нам на русском, на украинском языке Коран, чтобы мы могли почитать, изучить религию. Ну, кстати, украинцы, они более такие... Открытые, да? Открытые, да, да. и менее у них исламофобия выражена, насколько я знаю. Вот у нас все-таки это противостояние какое-то небольшое есть в России, у русских особенно. Да. Он, 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 кал Яку. Он, есть еще что-нибудь что добавить в двух словах? Мир <свес> всем. <свес> И ас алейкум. Подписывайтесь на страницу в Инстаграме, подписывайтесь на страницу в Ютубе. Смотрите, иншаллах, это будет... Получайте пользу. Да, мотиватором будет для Кирилла. Да, Кирилл? Да, Лахайра. Салам алейкум ва Салам алейкум. Станьте активным участником призыва на канале аль став нашим постоянным спонсором. Для этого нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Примите прямое участие в исламском призыве. Станьте участником канала Аль-Худа.